послевоенные годы. СССР. Учительница спрашивает у детей. Дети, вы чем-нибудь помогали солдатам на фронте? Анечка протягивает руку и выкрикивает. Я, Марья Ивановна. Учительница ее спрашивает. Чем ты помогала солдатам, дорогая? А она ей в ответ. В довоенные годы я устроилась на швейную фабрику и шила для солдат форму. Когда началась война, я устроилась в военный госпиталь и лечила раненых солдат. Потом учительница спрашивает Петеньку. Петенька, а чем ты помогал в эти тяжелые времена солдатам? Петенька отвечает. А я работал поваром и готовил для солдат вкусные и полезные блюда из того, что отнимут у немцев, или то, что найдем в лесу. Ну и дошла очередь до Вовочки. Учительница его спрашивает. Вовочка, а чем ты помогал солдатам? А Вовочка ей отвечает. Я принимал участие в боевых действиях. Ну и как, Вовочка, твои были успехи на фронте? Спрашивает его Марья Ивановна. Да, в общем, хорошо. Подавал солдатам снаряды, отмывал потом танки и ракетные установки. Ну и как они тебя хвалили? Спрашивает Марья Ивановна. Хвалили, во весь голос. Зэр гуд, Вальдемар, зэр гуд.